Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. В рамках текущего обзора сразу сделаю небольшое объявление. Сейчас мы с вами разберем только текущие краткосрочные тенденции, которые мы можем отследить на рынке. И так как у нас не было последнюю неделю данных выпусков, всех приглашаю на вебинар, который пройдет сегодня в 19.30, на котором каждый из... Инструментов каждой из валютных пар, индексов мы разберем более детально в 19.30 а, по московскому времени. Ссылку на регистрацию вы можете найти под этим а, видео. Итак, начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим а, начало а, текущего восходящего тенда, а, тренда. Мы видим, что в пятницу был уход выше максимумов 11 мая, максимум, который был зафиксирован в четверг, по а, значению 1.8939. Соответственно, данное обновление, данный уход выше уровня и закрепление за ним дает нам предпосылки на то, что мы можем ожидать продолжения восходящей тренда, восходящей тенденции по данной паре. Ближайшая цель – это область 1.10.13. Пара британский фунт, американский доллар также сегодня с утра уходит выше максимумов, но уже пятница. Напомню, в пятницу также был локальный минимум за предыдущую неделю, поэтому пробитие данного уровня мы также можем принять за начало восходящего Краткосрочного движения по паре британский фунт с ближайшей целью движения в область 1.2984. А пара австралийский доллар американский доллар уходит в коррекцию, в отличие от евро и британского фунта. Мы более подробно рассмотрим на вебинаре на более глобальные тенденции, но на текущий момент по австралийцу мы видим а, закрепление выше отметки 1.073.96, это максимум, который был 9 мая показан, так что также цена не могла бы пройти 10 мая, проходит только а, начиная с сегодняшнего дня и фактически сейчас мы видим закрепление за этим уровнем, что с очередь нам говорит о начале коррекционного движения по паре австралийский доллар американский доллар пара американский доллар канадский доллар сегодня с утра пытается уйти ниже отметки 13640 это минимум который был зафиксирован на предыдущей неделе Пара торговалась вблизи данных уровней практически всю неделю. Сегодня с утра мы видим уход ниже на порядка 80 пунктов и сейчас попытку закрепиться за данным значением. Уход ниже данного уровня может говорить нам о начале нисходящей тенденции по паре американский доллар, на канадский доллар. Поэтому будем отслеживать, как пара за ним будет закрепляться и как себя будет вести. А пара американский доллар японская иена на текущий момент находится в восходящем коррекционном движении. Я напомню, что основной тренд по данной паре все-таки остается нисходящий на текущий момент. А в рамках краткосрочной тенденции мы видим, что уже на прошлой неделе пара пыталась уйти ниже локальных минимумов, закрепиться за значением 113.62, и фактически это у Удалось сделать только а, в конце прошлой недели, поэтому на текущий момент мы видим также начало а, краткосрочного нисходящего движения по данной а, паре. А, индекс DAX а, продолжает свое движение в узком диапазоне, торгуется вблизи а, исторических максимумов, пока мы не видим никаких серьезных движений что на повышение, что на, на понижение, а, поэтому торговля вблизи а, локальных максимумов по данному индексу а, также а, продолжается. По золоту мы видим начало коррекционного восходящего движения, видим уход выше максимумов, которые были зафиксированы по значению 1227 долларов за тройскую унцию в прошлый четверг. И на текущий момент тенденция краткосрочная. в приоритете остается на укреплении золота. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Мы видим, что та Тенденция, которая началась а, на прошлой неделе, пока получает подтверждение. И в рамках краткосрочной перспективы мы, мы видим, что нефть продолжает а, свой рост. Более детально, как я уже говорил, мы разберем сегодня на а, вебинаре. Ну и по индексу доллара в пятницу мы видим уход ниже а, минимумов, которые были зафиксированы в четверг. Поэтому сейчас а, по индексу доллара мы можем ожидать продолжение нисходящего движения в области 98.59%. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Это был ежедневный обзор основных инструментов. И напоминаю, что для более детального разбора всех приглашаю на наш сегодняшний вебинар, который состоится в 19.30. Ссылка на регистрацию находится под описанием к этим видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.